12 октября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча молодых журналистов с начальником отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора по Республике Татарстан. В последнее время в юридической практике возникает все больше прецедентов, когда на редакцию подают в суд. Причем очень часто нарушения происходят из-за банального незнания журналистами законов, регламентирующих работу редакции. Поэтому журналист должен четко видеть грань между дозволенным и запрещенным. В ходе встречи поднимался широкий спектр тем, связанных с деятельностью средств массовой информации. О том, как правильно писать статьи на сложные темы, связанные с происшествиями, экстремизмом и торговлей запрещенными веществами. Также были обсуждены особенности работы в социальных сетях. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.